рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Самокат». Ездить на самокате Гузель Загитуллиной нравится, особенно в хорошую погоду. Кататься девушка училась в безлюдных местах. Часто пользуюсь этим видом транспорта, потому что очень удобно добираться до работы, очень быстро и легко. Но при этом нужно помнить о том, что есть и другие участники транспортного движения, нужно всех уважать и не превышать скорость. Как раз-таки нужно быть осторожным, потому что очень много детей, особенно в парке, когда катаешься. Сегодня дорожная полиция обратила внимание на тех, кто ездит на самокатах, моноколесах, гироскутерах и другом подобном транспорте. Чаще всего нарушают правила дорожного движения при переездах по пешеходному переходу, не спешившись, а также при пересечении проезжей части в неположенном месте и на тротуарах. На самокате можно передвигаться исключительно одному человеку, соблюдать скоростной режим, ни в коем случае не выезжать на проезжую часть. Переходить дорогу на самокате нужно только спешившись и уступать другим участникам дорожного движения, если вы двигаетесь по тротуару. Госавтоинспекторы отмечают, что именно подростки, использующие для передвижения по городу велосипеды и электросамокаты, чаще всего становятся участниками ДТП. Сегодня инспекторы ГИБДД рассказали самарцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Такие рейды в Самаре проходят регулярно.